Всем здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня мы ездили, отправляли свои посылки, заказы и получали посылочку. Смотрите видео, покажу, как опробовал вот этот я секатор. Сейчас покажу и распаковку посылки, что пришло и мой отзыв. В предыдущем видео показывала вот этот вот секатор. Купила я в Викспрайсе. Короче, ну что, в двух словах я хочу сказать: говно говнянское. Не покупайте ни в коем случае. Это вообще, это такой ужас. Викспрайс, вот такой вот желтый секатор. Казалось бы, должен быть хороший, но нет. Посмотрите, как он режет. Вот тут кое-что мы тут нарезали себе. Ивовые прутья это. Но, короче, он не режет. Он жует. Вот вроде бы не толстые, вот сантиметровые ветки. Он должен, по идее, щелкать, как семечки. Но нет. Ничего у нас не получилось. Пришлось нам ломать. Кое-как вот себе наломали. И поедем новый секатор искать. Где, не знаю, но уже точно не в Викспрайсе. Вот, где-то в нормальном, наверное, строительном, дачном каком-то магазине это надо. Короче, вот этот секатор не режет. Сегодня получила. Не стала тратить ваше время на распаковку. Я заказывала черенки кудрявой ивы сорта Matsudana Tortuosa. Это декоративная ива, она отличается красными вот такими веточками, и веточки у нее кудрявые, вот такие вот красивые, и листочки у этой ивы тоже кудрявые, вьющиеся. То есть, когда наступает зима, влетают все листья, стоит такой красивый кудрявый куст на участке. Но это очень оживляет в зимний период. Ну и вообще она как бы декоративно очень красиво смотрится. Ветки этой ивы также применяют рукодельницы в качестве декора какого-то, в составлении букетов очень хорошо она подходит. Прислала мне вот такое огромное количество этих черенков. Заказывала я 20 штук. Вот. Но, конечно, здесь видно невооруженным взглядом, что здесь не 20, а значительно больше. И плюс положила она подарочек, за что ей большое спасибо. Сейчас покажу, что за подарок это. Здесь у нас шагающий лук, я уже про него прочитала, никогда о нем раньше не слышала, может и не услышала бы раньше никогда, если бы вот не такой подарок. У этого лука он растет, перо и на пере получаются еще пучки из головок образуются, очень интересно. Столько вот луковиц этого шагающего лука. Его называют еще египетский лук, либо шагающий. Вот. Шагающий, потому что он на верхушке пера, как я уже сказала, образует головки. Вот, и они, созревая, падают. И он таким образом продвигается, шагает, укореняется сам и занимает все большие площади. Вот. И здесь еще, это не все, вы представляете, здесь еще две коробочки с семенами. И это Monarda белая и здесь Monarda сиреневая. Многолетнее растение, тоже интересное такое, очень много семян, вы посмотрите, это просто вот, но сейчас уже его надо сеять в нашем регионе и рассадой садить, высаживать потом. Многолетнее растение, очень красиво смотрится, видно, нет там, такие вот мелкие очень семена, вот, и вот такое вот количество каждого цвета Марина прислала. Марина, огромное тебе спасибо. Ссылку на Маринин канал YouTube
оставляю под видео. Заходите, смотрите, много чего интересного она продает. Отправляет очень быстро, в тот же день она мне отправила. Вот, и к нам это шло 10 дней почтой. Друзья, вот здесь вот можно увидеть, что почечки тронулись в рост. Посылка шла с Волгоградской области 10 дней. Вот, и, конечно, почечки уже тронулись. По-хорошему бы сейчас эти черенки еще положить в холодное помещение, либо в снег закопать, но уже нельзя, уже почки, уже что-то с ними надо делать. Сейчас я их поставлю на оживление и буду высаживать. Высажу их в специальные емкости, у меня есть для них подготовленные, и поставлю в прохладное помещение, там, где у меня хранятся саженцы роз. Это не подвал, это специальное выделенное для этого года, в этом году для саженцев помещение. Вот, и там они будут укореняться, почки дальше там не должны пойти в рост при температуре плюс 3-5, а корни она хорошо пустит укорениться. Вот, ну и такое большое количество, сразу скажу, может быть, у кого-то вопросы возникнут, зачем мне, да. У меня участок большой, около 30 соток, поэтому есть что декорировать, есть где разгуляться, как говорится. Что-то себе, что-то друзьям, ну, может быть, что-то немножечко попродаю. Вот таким вот образом. У меня есть одна ива Мацудана, уже растет на участке, но еще очень молодое деревце, и с него там черенковать нечего. Оно сформировано у меня на штамбе красивой такой вот формой, и, ну, как бы я его рощу, там черенки еще не получается с него брать. Ну и вот Марина выручила. Еще раз моя благодарность тебе. Вот, заходите к Марине на ее YouTube канал, смотрите, она там много рассказывает про свой сад. Вот, ну что ж, много чего продает интересного. Всем хорошего настроения, друзья, всем отличного начала дачного сезона, он уже у нас походу в разгаре. Вот, до новых встреч, увидимся, услышимся, всем пока.